Каспийске в Русгидро стартовала выставка-проект «Самоорганизация», которая была создана и организована 6 друзьями-художниками из Дагестана. Их основная цель – это не работать в рамках какого-либо проекта с правилами и темами, а наоборот – уйти в свободное, в то, что хотелось реализовать раньше. Мы все занимаемся современным искусством, то есть не классическая живопись, графика. Мы в основном делаем видео, перформансы, инсталляции, объекты, то есть все проявления современного искусства. Да, абсолютно. Ну, как видите, тут практически нет живописи, практически нет рисунков. По словам организаторов выставки, современное искусство в постоянном поиске новых смыслов и историй, которые они могли бы воплотить и сделать произведением. Так Муса Гайворонский вдохновился трагичным сюжетом картины Руба Франца «Панорама Хольго» и воссоздал недостающие элементы. И мне как захотелось эту историю как бы показать и вернуть некий долг панораме, самому Рубо. То есть я нашел настоящие портянки советских времен и на них нарисовал недостающие фрагменты этой панорамы, как бы они могли выглядеть. И тем самым как бы отдав долг памяти, уважение за то, что французский художник рисовал про Дагестан, а как бы мы не смогли сберечь его, то, что он как бы для нас сделал. Кроме того, в выставке были представлены работы и других участников, которые также вдохновились различными историями из книг и жизни людей. Отметим, что данная выставка будет проходить до 30 июля текущего года.